Донор с большим стажем Сергей Тимурин начал сдавать кровь более 30 лет назад, еще будучи студентом. После даже сдачи какой-то подъем и даже физиологически, и нравственный какой-то. Ну, а вот для помощи другим людям? Ну, это само собой подразумевается, да. А скоро Сергей станет почетным донором России. Сегодня последний раз мне надо сдать кровь, чтобы оформлять документы на почетного донора. Тимур впервые пошел сдавать кровь за компанию с друзьями, а потом это стало доброй традицией. В рядах доноров он уже около 9 лет. После сдачи крови я хорошо себя чувствую. Ну, во-вторых, там помощь людям. В основном ты можешь. Впервые в России переливание крови сделал петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф. 20 апреля 1832 года он спас жизнь умирающей от кровопотери женщине. Поэтому 20 апреля отмечается Национальный день донора. Поэтому каждый год 20 апреля это наш национальный праздник. Праздник всех доноров. Ну и мне кажется, не только доноров, и тем, кому когда-то была перелита донорская кровь. Завтра, 19 апреля, проходит донорская суббота. Мы приглашаем всех желающих, всех доноров прийти к нам на станцию, поучаствовать и дальше в донорском движении. Ну и, конечно, мы доноров поздравим, ну и немножечко отметим их, конечно, вклад в донорство. На сегодняшний день в Первоуральске около 2500 доноров, которые сдают кровь регулярно. Кто-то приходит чаще, кто-то реже. Но цифра, конечно, достаточно хорошая, но и одновременно же недостаточно высокая. Неплохая цифра, такая она средняя. Вот по области мы, конечно, лидируем, неплохая цифра. Но вот в масштабах страны, а в масштабах всего мира, то это, конечно, не очень большая. Донорам, которые придут завтра на станцию переливания сдавать кровь, обещают приятные сюрпризы. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.